Система защиты действует только в вестибюле. Дальше плотного сопротивления не ожидается. Ваша задача — установить заряды на опоры, подняться на крышу и покинуть здание. Если все сделать быстро, проблем не будет. Начинайте ставить заряды со следующего этажа. Снайпер убит! Повторяю, снайпер убит! Установите заряды. Осталось поставить еще несколько, и тогда эта чертова акула сложится как карточный домик. Мы до сих пор не знаем, почему Оберон решил построить небоскреб в этой глуши. Пригодится любая информация, в том числе с ноутбуков и терминалов. Даже выше происходит что-то странное. Какие-то звуки. Черт, противник! Подключитесь к терминалу. Там наверняка есть что-то ценное. Хорошо. Теперь к лифту. Продолжайте установку зарядов, а мы пока займемся расшифровкой файлов. Похоже, Оберон понятия не имеет, как управлять этими тварями. Помните прошлую операцию?
Ученые Блэквуд напортачили с сигналом. В итоге так называемые суперсолдаты превратились в чудовищ и уничтожили базу, а потом и окрестные деревни. С тех пор ничего не изменилось. Оставайтесь в центре, бойцы. В темноту лучше не соваться. Осторожно, граната! Ставьте заряды, а потом на следующий этаж. Внимание! Нам удалось расшифровать файлы. Черная акула — это не небоскреб, а гигантский передатчик. Он может транслировать четкий сигнал на тысячи километров. Если Блэквуд закончит работу, мы будем сражаться с этими тварями по всей Европе. Я просто мечтаю увидеть, как это здание развалится на части. Вам нужно зачистить еще один этаж.
интересного в этом терминале. Отлично. А теперь граната! К лифту. Времени мало. Граната пошла! Блэквуд уже знают о нашей атаке. Они выслали подкрепление. Рассредоточьтесь и найдите РПГ. Граната! Теперь ставьте заряды. Новая информация. На одном из этажей находятся камеры для заключенных. И недавно туда кого-то доставили. Придется задержаться. Быть не может. Это команда Ледяного Пика. Они пропали около года назад. Нужно вытащить их отсюда. Наверняка им есть что нам рассказать. Граната!
У меня кончились патроны! Отсюда открыть двери не выйдет. Где-то должен быть генератор, снабжающий их энергией. Придется зачистить пару этажей и отключить его. Ваша главная цель — резервный генератор. Отключите его, тогда мы сможем вытащить наших ребят. С возвращением, бойцы! Поднимайтесь на крышу и ждите штурмовую команду. Вас понял. Будем ждать на крыше. Заминируйте последний этаж и поднимайтесь на крышу к остальным. Множество целей на крыше. Мы долго здесь не продержимся. Черт, пилот, забирай их! За нашей командой отправим другую вертушку. Установите С4 на опоры, быстрее! Заряды, пока не стало поздно. Дайте патроны. Установите С4 на опоры, быстрее!
Часы тикают. Ставьте взрывчатку. Граната! Говорит ледяной пик. Мы в воздухе. Покидаем. Нас попали. Повторяю, в нас. Нет времени. Бункер Блэквуд. Космический шаттл. Они... Мы потеряли. Система ПВО снова включилась. Вертушка не пробьется сквозь их защиту. Вам нужно отключить систему наведения ракет. Прикончил снайпера! Стрелок нейтрализован! Вперед! Включите ее и бегом на крышу! Мы потеряли много времени, вот-вот случится взрыв! Давайте на платформу. Вертолет сейчас будет. Первые заряды взорвались. Здание сейчас рухнет. Кидаю гранату. Thank you.
Еще немного. Мы вытащим вас оттуда. Вертушку!